Друзья, всем привет. К нам приехал наш клиент. У нас такой проблемка. Клиент обратился на мойку, чтобы ему отклеили, там оттерли какой-то клей с дисков. А мойщики ему вот таким вот образом затерли диски. Смотрите, какие царапки вот на этих вот светлых поверхностях. Давайте я вам покажу. Не знаю, видно, нет. Камера, надеюсь, передает. Но вживую, по крайней мере, это выглядит так не очень. Царапинки. Что мы делаем? Мы это все дело полируем. Сначала думал, что это все не уйдет, но решили попробовать отполировать, и достаточно эффективно. Используем машинку Rupes, пасту, также Rupes, вот такой зеленый кружочек. Сейчас вам покажу результат, что у нас получилось.